трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские автомобилисты стали реже жаловаться на электронное ОСАГО. По данным Банка России, число претензий за последние месяцы сократилось почти наполовину, что говорит о более добросовестной работе страховщиков в этой сфере. Обращений, правда, до сих пор немало. Большинство из них касаются начисления коэффициента бонус-малус. Есть и те, кто вообще не понимает, как получить виртуальную автогражданку. Трасса 101. Kia Rio нового, четвертого поколения поступил в продажу. Начальная стоимость авто – 669 900 рублей, без учета скидок. В данной комплектации присутствуют бензиновый мотор 1.4 мощностью 100 лошадиных сил, ABS, электроусилитель руля, система стабилизации, электропривод и обогрев зеркал, кондиционер и так далее. В более дорогих версиях предусмотрен 123-сильный двигатель 1.6, а также кожаный салон, бесключевой доступ, подогрев задних сидений, мультимедиа, светодиодные задние фонари и прочее. Коробка либо механическая, либо автоматическая. Российская газета подготовила список продающихся у нас новых легковушек с самым низким расходом топлива. Лидером рейтинга оказалась гибридная Toyota Prius, которой на 100 км пути требуется менее 3 литров бензина. Стоит машина более 2 миллионов рублей. На втором месте дизельный Volvo V40 Cross Country по цене почти 2 миллиона деревянных. Его аппетит 4,5 литра солярки на сотню. Бронза досталась хэтчбеку Smart Fortwo, оснащенному трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 900 кубиков с расходом чуть менее 5 литров. Минимальный ценник авто – 1 миллион 60 тысяч рублей. Трасса 101. В американском штате Невада появился штраф для водителей, которые медленно двигаются в левом ряду. Как говорится, тошнит. Причем наказание прогрессивное. Первый раз $50, второй – $100, третий – $250. Нововведение призвано увеличить пропускную способность автодорог. В России, кстати, тоже есть штраф для тихоходов – до 1500 рублей. Но он применим только вне населенных пунктов и только в отношении водителей транспортных средств, которые в силу своей конструкции не могут двигаться со скоростью более 30 км/ч. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.